Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Борис Энимал. Сегодня мы почитаем с вами стихотворение. Если такой формат поэтических выпусков вам понравится, пишите в комментариях. И мы обязательно продолжим делать такие выпуски. Собачье счастье человек. Любовь и почесушки. Собака – это преданность и век. Команды любят выполнять за маленькие плюшки. Ну дай вкусняшку, человек. Смотри, сижу, лежу и кувыркаюсь. И прям в глаза, и не смыкая век. Ну как тут не растаять, улыбаясь? И вот костюм уже надет. Красивый, модный, новый. Ботинки в тон, ошейник именной. Собачий взгляд суровый. Во двор выходим, как к себе домой. Дрожи окрестность, кошки, люди. Хозяин во дворе. Все под его контролем. Домой вернулись и одежду прочь. А пес уже бежит в лежанку. Ну вот и сладкий храп. И на часах уже за полночь. А где-то в два в кровати пес мастится возле мамки. Друзья, балуйте обязательно собак. Они вас сильно любят. И главное, неважно как, от вас ведь не убудет. Спасибо за внимание, друзья. С вами был канал Борис Энимал. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Также переходите по ссылкам в описании канала в наш интернет-магазин. До встречи!